На конкурс дети читают стихи. Куковицкая Софья, 7 лет. Город Усолье Сибирское. Самуил Яковлевич Маршак, мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, осколок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? При нем избу его спалили, угнали маму со двора и в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.